опять восстань. Now we have come to the building where the bomb shelter is, and we're trying to stay here. It's pretty crowded. People get their dogs and cats and kids, and we're hearing the news about possible attacks in this district. Также хочу дать самую высокую оценку действиям российских солдат и офицеров. Они действуют мужественно, профессионально, героически. Захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І так буде і далі. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні! Слава! Героям, слава.